Всем привет, с вами PSN Games. Мы возвращаемся в Ratchet Deadlock. В прошлой серии наш похитил Глемил Вакс с Ratchet'ом и Эллом. И он теперь одел на нас ошейники, чтобы мы не сбежали. И теперь мы с прошлой серии официально гладиаторы. И чтобы выжить, нам надо каждый раз скидаться по планетам, чтобы зарабатывать очки. И одновременно убивать соперников наших. Смотрите, у нас четверка кота Кром. Будем по одной именно по планете. Смотрите, здесь будет босс, который должен быть здесь. Не знаю, почему они его здесь делали. Это как там у нас новая ранка у нас будет. Мы будем с тителями потом, после этого турнира. А потом мы красноносицем станем. Потом правоборцев мы станем. Ну и конец — освободителей. Это основные планеты, которые вы видите. Как я сказал, у нас сегодня четверка катакром. Это у нас кладбище, как вы видите. И мы сегодня отправляемся туда. И внимание, забыл сказать, мы играем на максимальном сложности, именно пока доступный. Это уровень 4 звезды, а из 5. Но я думаю, что там я вообще сгорю. Хотя попробуем потом, когда откроется. That's right, Dallas, and we're lucky enough to have a bird's eye view of the action. Even from up here, this season's Dread Zone battle courses look bigger and deadlier than ever. It's a wonder contestants keep volunteering, isn't it? That's a good one. Oh, yeah. The Vox construction team really outdid themselves in turning this once sacred robotic burial ground into a deadly Dread Zone battle course. And look, here comes today's first contestant. Oh my, they're really scraping the bottom of the barrel to find these guys, aren't they? I hope you folks at home aren't too squeamish, because the next one looks like a bleeder. Это после нас именно. First objective is a gimme, Juanita. All he has to do is make his way to the other side of this mountain pass. А, классно. Мы теперь... Понятно. И здесь. Неужели нам нельзя будет закупаться? Или это только одна планета? Учтем. Так, давайте двойные гадюки улучшим. Так, у нас... The shields on that turret are impenetrable. You will have to use an EMP to take them down. Command your bot to toss out an EMP by pressing. The left directional button. Here is some good news. Each time your weapon upgrades, it unlocks a new alpha modification slot for you to use.
То, что здесь есть у нас моды. Моды — это у нас улучшение. Оружие, то есть модификаторы. У нас стоит яд. Ну или по-другому кислота сейчас. Значит, и боговные тоже. А карту можно? As Team Darkstar continues toward the Catacomb Burial Dome, they'll need to cross what I like to call the chasm of endless falling and eventual dying. In the unlikely event that they survive, they'll take control of the big, bad and burly walking armored tank called the Landstalker. Good luck, kids. Ratchet. An alpha mod can only be equipped onto a single weapon. Вот это что он говорит. Ага, это, значит, планета такая. Это планета такая, значит. Ее, значит, не справили. Вот видите, герой. То, что это уже выше никак времена. Будем учитывать. Да-да-да. As Team Darkstar continues toward the Catacomb. Ratchet, you will have to capture all three nodes to extend the bridge. Не, давайте пушечку уничтожить. Или гранаты. О, не, гранаты, как взрывчатка. Как всегда у нас. По классике. Есть бомбы, то есть бомбы именно. Перепутал. Но наш, видите, уже две уже почти. Ну, она-то частичная, там у нас. Надо теперь искать боеприпасы. Потому что здесь нельзя нам это делать. Hey, Ratchet, I've upgraded your bots to turn both cranks. Get close to a crank and press the right directional button. Don't forget to order that red zone home game. Да. Да, у нас теперь роботы есть. Нет, давайте возьмем. An alpha mod can only be equipped onto a single weapon at a time. You will need to add and remove the mods in order to put them onto different weapons. Select a weapon. А если оттиснуть? Теперь будем присосабливаться здесь. Ну. Здесь не прикроют, здесь будет сразу. Why work up a sweat turning cranks when you can order your box to do it for you? Видите, мне мгновенно попытался, самое главное. Надеюсь, ну хотя давайте.
Нам нужен Лэнсакер. Поедем. Найти. Вот здесь, кстати, как я помню, исправили. Насчет скриншотом. Interesting fact, folks. Dread Zone started out with two guys fighting over a breakfast burrito, and the rest is history. Потому что здесь уже исправили. Здесь автоматически уже можно хвататься за наш любимый крюк. И скриншот это сделает. Спокойно. Привыкаем пока без магазинов. Потому что здесь надо... Нельзя теперь. Благодаря... багам это сделать. Ratchet, according to Dread Zone show requirements, enemies appear red on the radar. Allies appear green. Challenge objectives appear blue. Ага, иди сюда, пушка. Ну, это ладно. Ой, больно бьет эта пушка. А это подобие золотого болта, как я помню. Это здесь багованное у нас, к сожалению. А, да, у нас... Здесь что-то есть? Есть. Ну хоть что-то. И сейчас здесь можно вот так менять. Оружие. Что там у нас? Ну не будем. Будем застревать. Мы и так много потеряли времени. О, гадюшки. Полностью установились. Ratchet, you can expand your map at any time to get a better view of the area. Ну, к счастью, boss, все окей. When this is all over, I'd like to do it again. And again. Не-не-не. Минуту. С этой стороны у нас. Так, патроны выбираем. Remember, don't try any of this at home. Go to a friend's house. У нас еще будет полегче, потому что Лэнсакер был у нас.
Но качаемся зато. От этого польза хоть. Ну конечно, на максималках. А что мы ожидали от максимального уровня? Конечно, это. This is more fun than a busload of cheerleaders. Ratchet, I am detecting a slingshot orb ahead. Jump towards it and hold down the fire button. Your slingshot will deploy automatically and carry you across the gap. Ну вот, то, что я и говорил. Вот он ничего не изменился. Если именно прыжок нужен. What do you know, folks? Ratchet has found the Landstalker. Здесь считается время от кицания именно времени. This all-terrain mech of destruction comes fully loaded with power steering, AC, jumbo-sized drink holders, and enough plasma mortars to take out a small star system. Team Darkstar's not out for a Sunday drive today, folks. They'll be blazing a trail right into the center of the Catacomb Burial Dome. Ratchet, you will have to use the Landstalker's mortars to destroy those quasar orbs. That should clear the way. Их, да, можно лечиться еще, к счастью. Это большой плюс. Ага, там все. Combat bots is incapacitated. Use the revive command to bring him back to life. Your bots accumulate attack power each time they take a hit or deal damage. When the power meter reaches full, you can order them to deliver a devastating special attack. Oh, да, это специально для атака наших роботов. You know, I gotta get me one of those battle suits, Juanita. Но сейчас мы ее не будем использовать. Но она появляется только когда они уничтожают, как я помню. Сюда надо только дойти. Сейчас только соберем. Две с половиной минуты всего нам понадобилось здесь. Loving this carnage, folks, but it's time for the final showdown in the Catacomb Burial Dome. There's no telling what lurks inside these walls. Ratchet, you must defeat all your opponents in order to complete this challenge. In other words, stay alive. Вот такой у нас. Он неконтролируемый, к сожалению. Это рандом.
taking that job on Annihilation Nation. They've got a great demo. Ну, это вообще легко. Я такой повидал, врачи. Которого вы еще повидаете. Так что где Ratchet & Clank у нас будет именно смена сложности, мы всегда будем брать максимальный. Запомните. Так. Excellent work, Ratchet. I must admit, I was worried. Луч хакер это для роботов, это вообще для взлома. Well done, Ratchet. You have completed your first Dread Zone campaign and won a medal. You have also unlocked a new set of objectives called Dread Challenges. Earning medals and defeating Dread Challenges are the key to survival in Dread Zone. Ну вот, то, что я говорил, что очки нужно зарабатывать. И здесь, да. Ratchet will race to beat the clock. Each checkpoint he passes will earn him a few extra seconds. Team Darkstar, get ready to race! Здесь надо перезапускать. Потому что это ГГ. Ничего не видно. Ratchet will race to beat the clock. Each checkpoint he passes will earn him a few extra seconds. Даже так. Мы вот тогда вообще ничего не будем видеть, ребята. Ну, ребята, этого же вообще точно ГГ, потому что... А если сменим? It's time to hop into the land. Ладно, с этим ладно. You must earn dread points in order to unlock new planets. You can earn them by beating the dread challenges on any accessible planet. Challenges can be completed in any order once they are unlocked. Ребята, у нас похоже, что отменяется Ratchet Deadlocked. Stalker, take out as many enemies as you can. Потому что видите, что делается? Она багованная. Так что на этом все, ребят. Ставим лайк, подписываемся на канал. Короче, рассказываю, что будет. Мы не будем проходить Ratchet Deadlocked, потому что багованная она. Смотрите, что по сюжету дальше. Нас унижают. И на основные, да? И... А Айс, он, ну, как всегда, звезда, не может продать свой товар. Что там у нас дальше?
мы потом в конце, ну почти в конце убиваем его, но Glamin Vox нам засаду еще одну делает. Это то, что еще одно соревнование, но это на уничтожение всего комплекса этого зоны ужаса. А, и L благодаря S потеряет половину человеческого облика. Это у нас руку он точно потеряет. А, он и руку, по-моему, потеряет. Потом в конце ролика мы встретим и ну в конце, ну как всегда, после какие-то ролики бывают. Это у нас странствующий Нефариус все еще. И потом зарывается, конечно, все это станция, но я говорю вообще Glamin Vox точно он погибает, потому что его рука. Сейчас даже покажу. Так. Я почему это выбрал? Сейчас покажу. Видите его железную руку, это протез его. Подобие будет и у Элла. И он эту именно потеряет у нас руку. И в космосе будет летать она, эта рука. И всем спасибо за что хотели посмотреть Ratchet Deadlocked. Это первое несостоявшееся прохождение мое, потому что из-за багов. Всем до скорого встречи, увидимся на Ratchet и Clank of Destruction уже на PlayStation 3 уже. А дальше у нас тогда остается Ratchet & Clank 3, потому что там режим испытания у нас. И после него мы сразу переходим к Of Destruction потом. Но пока у нас Ratchet & Clank 3 у нас заменится, как я и говорил, дыра будет у нас это Jack & Daxter. Серия игр, это у нас Precursor Legacy будет. Ну что ж, на этом все тогда, друзья, на неудачной серии. Ставим лайки, подписываемся на канал, кто еще это не сделал. И делимся видео с друзьями. Потому что это даже не делиться, а с другими я имею в виду. И до скорых встреч, друзья. Бай-бай. Увидимся на Ratchet & Clank of Destruction тогда. И режим испытания Ratchet & Clank 3.